Приветствую вас, возлюбленные гости, братья и сестры. Поздравляю с праздником Пасхи, Христос воскресе. Этот праздник называют праздником всех праздников и торжество из торжеств. Нам Господь дал надежду еще целый год жить, радоваться, созидать свою душу, творить добродетели, меньше грешить. Но если все-таки оступимся, потому что не человека без греха, только один Господь, конечно же, покаяться. Я желаю всем доброго здравия, радости в сердце, спасения души, и чтобы Господь милосердился о вас во всех ваших путях. Храни, милосердный Господь.